Почему не оплачивали? Возможности не было или не знали? Возможности не было. Мужчина говорит, что оплатить штрафы не может, нет денег и вообще шокирован тем количеством нарушений, которые значатся в базе данных. Когда проверял сам в интернете, было всего 2-3, утверждает он. А 60 штрафов? А вы сами столько нарушаете или как? Да вроде не нарушаю. Тихо, нормально, спокойно, я не знаю. Ну, может, там где-нибудь. А вы здесь по городу передвигаетесь или где-то за городом? Может? По городу, на работу и обратно. И все, там наловили эти штрафы, да, получается? Вот камеры где-то везде, по камерам попадаешь. Было дело, и сын садился за руль, добавил задержанный. Сейчас он даже не смог посчитать, на какую сумму в итоге накопились штрафы за нарушение правил дорожного движения. Неуплата административного штрафа срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок до 50 часов. Чтобы избежать подобного наказания по статье 20.25, госавтоинспекция напоминает, что оплачивать штрафы необходимо в течение 60 дней. Светлана Фардеева, Андрей Макаров, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».